Давай ее покрутим, покажем как. Посмотрите, как они красиво подсвечиваются все вон там. Ну вот, теперь мы вам покажем, какое мы придумали сделать украшение. Да? Посмотрите, для этого мы возьмем вот такую вот стеклянную штуку. Вы можете брать что хотите, если будете делать такое дома. Баночку или что угодно. Стакан стеклянный, прозрачный. Но лучше, если будет прозрачный. Вот, и сейчас я покажу, что мы хотим еще попробовать сделать. Вот здесь у нас есть такие светящиеся палочки. А здесь у нас есть какие-то светящиеся браслеты. Давай мы их откроем. Это шишки? Нет, это чтобы украшения делать. Мы сейчас их откроем и посмотрим, что это такое вообще. Посмотрите, вот эти штуки, они в темноте светятся. Сейчас не очень хорошо видно, но мы потом пойдем туда, где темно, и проверим. Так, мы их ставим вот так вот на дно нашей коробочки. Сейчас откроем еще одну. Такую же. Посмотрите, а вот это будет вот таким вот красным светом светиться. Давай мы ее тоже поставим сюда. Вот, посмотрите, а вот здесь вот какие-то светящиеся браслеты. Мы вообще-то таких даже еще не покупали, вот именно таких. Поэтому мы сейчас посмотрим. Я тебе сюда их насыплю, ты их можешь ломать тоже вот так вот, каждый. Брать немножко, ломать для того, чтобы он начал светиться. Вот, их нужно вот так немножко поломать, и тогда они начинают светиться и какое-то время светятся. Он светится. Светится. Давай, теперь смотри, что мы будем делать, Алис. Мы сюда будем ставить эти палочки, но мы тоже будем складывать сюда наши орбисы большие. Давай. Вот, такая синяя ракушка. Давай аккуратненько ее клади на дно. Так, давай еще бери, например, какую хочешь, зеленую, красную, розовую, вот такой, вот, желтенький кристалл, давай опускаю туда, вот, и рядом тоже мы будем класть наши светящиеся палочки в перемешку вот с этими орбисами. Давай накладывать еще туда. Давай еще синюю ракушку положим. Посмотрите, какие интересные. Оп. Зеленый кристалл. Оп. Давай наполнять, нам нужно все наполнить. Малинка наша, она стала просто огромная. Вы помните, какая она была малюсенькая, когда мы ее только что бросили в воду? И вот она стала вообще величиной с мою руку, с мою ладонь размером. Просто огромные орбисы, мы таких еще раньше не видели. Зелененькую. Все, моя хорошая, уже, по-моему, здесь уже достаточно. И все. И все, да? Все, хватит. У нас полная вазочка. Давай, уже больше не надо. Посмотрите, у нас получилась вот такая вот полная вазочка вот этих вот разных фигурок орбисов. И мы сейчас пойдем посмотрим, как это выглядит в темноте. Да, Алис, пойдем? Ну вот темноту сейчас будет, конечно, сложно найти, но мы попробуем. И вот посмотрите, как это интересно смотрится в темноте. Мы пошли не в полную темноту, потому что иначе не будет видно. Все эти орбисы подсвечиваются с палочками. Получается такое забавное украшение. Давай покрутим, покажем как. Посмотрите, как они красиво подсвечиваются все вон там. Вот, Алис хочет, чтобы я ее так вот сфотографировала, но здесь слишком темно, и я боюсь, что... Мы тебя внизу сейчас сфотографируем, хорошо? Мы сейчас спустимся там, где свет, и мы тебя сфотографируем. Вот. В темноте не очень хорошо видно, но, в общем, вы идею поняли. Если подсветить вот эти вот орбисы с какими-нибудь
какая красивая, да, палочка, смотри. Вот такое вот получается украшение. Можно вечером ее где-то поставить в каком-то уголке дома, и будет красиво, по-моему, смотреться, да? Вот, маленькие палочки, они вот такие. Вообще-то это браслетики. Но, в общем-то, вот можно их использовать вот так вот тоже. Ну вот, такое вот украшение. Мы пойдем обратно в свет. Мы едва нашли темное место в доме, потому что очень много солнца сегодня. И вот пришлось закрыть все шторы. Ну что, тебе понравилось здесь украшение? Да. Ну вот, давай попробуем его поставить. Вот. Посмотрите, как у нас получилось. Даже там немножко видно, как оно светится. Ну вот, друзья, если вам понравилось наше украшение, ставьте. Нет, это если не понравилось, это дизлайк. А если понравилось, как надо поставить? Если понравилось, на все видео, ставьте лайк. Алис, ну все. Это не лайк, это камень. Когда делаешь камень, ножницы, бумага. А как лайк? Ставьте камень. Нет, камень не надо. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, всем пока. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Всем пока.